Рядом со мной Владимир Лунев. Привет. Приветик. Вов, ты сегодня в жюри. По каким критериям ты будешь оценивать девочек, курсанток? Ну, как всегда, конечно, у кого грудь больше, та и победила. Серьезно? Не, ну если серьезно, то я достаточно строгий судья, член жюри. Я всегда очень критично отношусь к тому, как девочки себя показывают, как они носят наряды, как они ходят. И я очень серьезно отношусь к тому, к творческим номерам ихним. Потому что некоторые из девчонок, они поют, и вот тут-то они попали. Тут-то я на самом деле вообще никого не жалею, но если я вижу, что даже если песня, там творческий номер у девочки не получилось, но девочка серьезно, искренне старалась, она талантливая, то тогда девочка получает хорошие оценки и идет в мою школу заниматься. Бесплатно? Ну, почти. Сначала бесплатно, а потом уже, ну... А потом уже как пойдет. А, Вов, вот в каком процентном соотношении красота и таланты? Ты чему приоритет отдаешь? А, я думаю, что, ну, если серьезно, то 50 на 50. Красота – это данность. А талант – это то, чего надо делать. То есть... А если человек просто талантлив, он ничего не делает, ничего не получится, даже там какой он красивый не был. Это все должно проходить через упорство, через труд, тогда все получится. А какие ты советы дашь, чтобы конкурсантки могли побороть свое волнение? Что им нужно перед выходом на сцену сделать, чтобы не волноваться? Ты знаешь мой ответ. Им надо бухнуть. Тогда все будет замечательно. Ну, а как же на походке это отразится? Будут как-то не совсем ровно идти. У них будет летящая походка после этого. Не, ну, а если серьезно, то просто собраться, тренироваться, ну и выспаться перед мероприятием, если получится. Потому что там, когда мужчина собирается на мероприятие, да, у меня заняло это там, ну, часа полтора. Чтобы девушка собралась, то ей надо собираться, там, не знаю, с ночи. То есть поспать не судьба. Но все-таки, ну, надо как-то себя настраивать, успокаивать и много репетировать. Конечно, тогда все будет окей. А что ты пожелаешь тем, кто сегодня не победит? Вот ни первое, ни второе, ни третье место не займет. Расстраиваться им или не стоит? Ну, девочки, конечно, расстроятся. Куда без этого? Это девочки. Вот, но это, я думаю, для них будет хорошим стимулом. То есть подумать, что они сделали не так, и в следующий раз они уже с багажом, с опытом, я думаю, что уже победят. Ну и всем тем, кто просто сегодня выйдет на сцену, будет принимать участие, что ты всем пожелаешь конкурсанткам, всем вместе? Пожелаю девчонкам терпения, не знаю, как сказать... Терпение, черт подери. И удачи. Ну и удачи, терпение, удачи, да. И не психовать, вот это самое главное. И не завидовать друг другу, это тоже важно. Все, спасибо. Вам спасибо.